Так. Нам нужно найти леди Комсток. Комсток, не знаю, как правильно читается. Так. Ладно, все, идем дальше. О, точнее, идем к цели. Надо, ну как сказать, я помню, конечно, куда идти, но все равно лучше, конечно же, по навигатору. Ой, так быстрее, естественно. На этом кладбище похоронена моя мать. Видимо, как раз таки мы уже пришли, да, я даже знаю, куда идти. А вот в этом направлении. Ой, блях, я думаю, тут можно пройти. Ну, я имею в виду в ту сторону. В ту сторону. Так, что у нас там по патрончикам? Здесь куда у нас 24. Идём. Да что мы ищем? Блин, Букер, ты что, тупой, что ли? Что мы ищем? А так, а здесь у нас 24, получается. Так, стоп, а что Элизабет... Открой. Она хочет... Так, ладно. А она куда-то не в ту сторону, что ли, идет, или что? Насколько я знаю, нам нужно идти куда-то вот сюда, да? Да. О, да. Кстати, людишки-то исчезли, по-моему. Да ты чё гонишь? Вот. Я видел. Есть. Я видел замок. Это могила твоей матери. Ее похоронили в герметичном склепе. Мы здесь уже видели. С ее отпечатками мы откроем дом. Она твоя мать. Мать, оставившая свое дитя, не вызывает у меня большой симпатии. Остановись, подумай, что ты делаешь. Готов. Ты откроешь дверь, или мне идти туда без тебя? Ну давай, мадемуазель. Так, ну что тут у вас сначала? Элизабет. Это она. Как дела, мам? Все лежишь тут, заперти. Похоже, у нас с тобой много общего. Давай лучше я. Нет. Я все сделаю. Ладно, я вижу. Работа по системе сигнализации. Так, что происходит? Видишь, дитя? Ты пошла за ложным пастырем, а он увел тебя с пути. Где свет-то? Разве может лев спокойно смотреть, как мучается его львенок? Останови его, пожалуйста. Ну, розги пожалеешь, ребенка испортишь. Как остановить? Не послушай свою мать! Ёб твою. Блин, ну и как мы пройдем? Элизабет, нет. Ты в порядке? Куда она делась? Подожди, попробуй успокоиться. Нет, мне нужна эта рука. Элизабет, почему твоя мать призрак? Она не... Мои силы зарядили эту штуку, и открылся разрыв. Здорово. Ну, в смысле, интересно. Я... А где у нее здоровье-то? Восстание мутантов. Похоже, твоя мать оживляет мертвых. Надо в голову целить. И какую-то штуку посильнее. Вот эту давайте. На дальних расстояниях. Патроны, Букер. Букер, лови. Благодарю. Ну, долби. Бляха-муха. Щит сломал. Голову не стреляет. Ты где, ёпрстая? Ёп, обалдеть. Есть. Так, теперь... Бляха ты, муха. Ладно, будем вот так делать. Умри.
каждый чуть-чуть. Патроны, Букер. Бляха, пацанул. Ладно, надо, походу, валить отсюда. Как вы думаете? Я буду сменить хотя бы точку какую-то. А то реально что-то перебор. Блях, где он что ли возьмет? Где эта тварь хотя бы? Покажите мне. Я ее даже не вижу. Да ёб, я ее не вижу. А, вот тут. Блях, муха. Это тварь. Не действует, что ли? Я не пойму. Ну все, соли нет, капец. Умри уже, ёб твою ди... Еее! Соли нужны. Кто она? Кто она? Познаешь? Так, ладно. Да кто она? Опять живая или мертвая? Зачем спрашивать что? Если правильный вопрос, когда? Вся разница между прошлым и настоящим... В семантике. Живет... Жила. Умрет, умерла. Воспринимай мы время, как оно есть. Никому не были бы нужны эти учителя грамматики. Как и все мы, леди Комсток вне времени. Она и жива, и мертва. И чувствует это. Ее состояние ей не нравится. Восприятие без понимания. Опасное сочетание. Смотри. Следы. Она идет удовершить начатое. Надо пойти за ней. Убедить ее открыть ворота в дом. По-любому. Ладно, идем тогда. Что нам остается делать? Да, немного я замешкался что-то. Так, вот там медикаменты, но нам они не нужны, в принципе. Досадно, что ты не можешь войти в дом Комстока без нее. Она выглядит не слишком дружелюбной. С ней можно найти общий язык. Сперва надо найти три истины. Которые в этом мире Комсток уничтожил. Ах, если бы кто-то из вас двоих мог изменять пространство и время. Это пришлось бы очень кстати. Сколько сарказма. Ладно, что-то надо... не так с леди Комсток. Да, я заметил. Нет, ты не понимаешь. Здесь не место. Я протащила что-то сквозь разрыв, но она ли это? Найти три разрыва. Чё за разрывы-то, ёп? Так, это что такое у нас? По-любому берем. Это тоже, а это полное. Ну здорово. Можно соли докупить, в принципе. Я думаю, не особо нужно. Так, что ну... Чё? Тут бормочет, ёп. Так, хорошо, будем вот так вот их сейчас бомбить. Раз. Раз. Ну, я думаю... Всё, что ли, нет? Сойдет. Ардам. Песенка закончилась. Так, здесь у нас что-то там есть интересное, наверное, нет? Там ничего не видно в этом, за этим окном. О, а нам сюда. Заперты. Элизабет. Ладно. Интересно. О, мне кажется, мы тут весь этот город обойдем. Ну, в смысле, вот. Всю эту местность. Солей у нас достаточно. Так, это здорово. Хорошо. Хорошо, хорошо. Будем сейчас все тут осматривать. Оценивать, так сказать. Будем. Будем действовать. Это разрыв. Там есть что-то. Открыть его? Ну, по сути дела, нам сюда, да. Ну, здесь вроде день. Но для начала, да, действительно, нужно тут все осмотреть. Может быть, что-то интересное, но я уже вижу даже, что тут интересное есть. Кажется, Комсток стал стерилен из-за нашего изобретения. У меня есть теория. Как гены родителей ослабляют друг друга, соединяясь в ребенке, так и множественные реальности в соединении обезличивают наш мир. Человек теряет то, что делало его уникальным.
Да. Так, сюда еще надо сходить. По-моему, здесь вообще ничего интересного нет. Такого вот, чтобы прям... Ну да, здесь можно почитать, если вы хотите букву английскую нажать. Интересно, как она там отображается? Это буковка. Вот, кстати говоря, улучшение. Здоровье качаем, безусловно. Отлично. Здесь много чего есть почитать. Комсток сломал наше изобретение. Однако мы не умерли. Офигеть, у нас 5000 монет. Мы рассеяны по пространству вероятности. Но мой брат рядом со мной, и поэтому я спокойна. А вот он нет. Это дело с девочкой осталось незавершенным. Но, возможно, есть человек, который довершит начатое. Это я, наверное, да? Подожди-ка, сейчас еще... Опа, вот у нас есть что-то. Там мы были. Может, конечно, что-то там пропустили. Ну да ладно, подумаешь, ничего такого, в принципе, нету. Так, все, ладно. Открываем. Ты! Шлюха! Это мама? Уверяю, я не питаю к вашему пророку сексуального интереса. Мадам Лютес. Более того, он бесплоден. Это ложь! Забери свою девчонку! Ей не место в моем доме! Бесплоден? Тогда кто ты им? Ребенок, которого они держали в клетке. Она заслужила то, что Комсток сделал с ней. Леди Комсток! Ты сказала, ей здесь не место. Что ты имела в виду? Она дикая. Как отражение чего-то... Ну, не знаю. Почитаем лучше. Леди Комсток уверена, что ребенок родят в небрачной связи между мной и ее несравненным пророком. Я рассказал ей правду. Ребенок возник из нашего изобретения, но ей, похоже, проще поверить в свою выдумку. То есть, мне кажется, даже я побыстрее прочитаю, может быть, без выражения, но все же быстрее. Ну да. Вот. А, ну все правильно, да, по следам надо идти и прочая фигня. Они вообще ведут сюда куда-то. Но нам нужно найти... А, вот они все следы эти. Даже так нам сюда куда-то даже. А, ну вот, наверное. Да, все правильно. А, будем искать. Наверняка это двери с отмычками. Я просто в этом... немного уверен. Что-то новенькое. Кстати говоря, которую мы эту штуку видели. Магазинчики. Все, у тебя гангрена, походу. Либо руки обжег. Нажмите, чтобы выставить перед собой магнитный щит. Зажмите, чтобы поглотить урон. Отпустите, чтобы отразить его во врага. Зажмите и отпустите, чтобы создать взрывную ловушку. Вау! Круто! Так, ну, энергии на это требуется не так-то много, я считаю. Вполне себе достойно. Кстати, я здесь был, не знаете? Да, был, но я пропустил эту хрень, ёпрасоте. О, да. Так, хорошо. Здесь вот эти я осмотрел уже все. Так, кстати... Мы идем совершенно верно. Ну, как видите, по прежнему пути наверняка нам потребуется также вернуться, сделать огромный крюк и вернуться там куда-то совершенно к другому входу. Блин, вы гоните, что ли, не пойму. Наверняка вот сюда куда-то сейчас надо будет войти, да? Да, я был прав. Ёп. Не понял. Эй! Стоп, я не понял, а в чем прикол-то? Пожарник, Букер! Ага, щит типа, да?
Подожди, стоп. Я не понял, в чем... Я что-нибудь найду. Ничего не понял, как его использовать. Сука, еще кто-то палит, пушки походу какие-то. Ладно, сейчас будем лошадью их долбить. Лови патроны. Самый оптимальный вариант. Так. Ага, вон их сколько там. Но я не хочу туда идти, пусть они лучше сами придут. Потому что тут еще где-то пушка есть. Какая-то автоматическая. Из адского пекла! Пожарник. В кавычках, я так понимаю, да, пожарник? Что такое? Давайте еще раз попробуем эту штуку использовать. Сейчас, может быть, он подойдет сюда, посмотрим. Давай, пожалуйста. Ну, и что это было? Да ну, зайц, бред какой-то. Эй, ты офигел, что ли, вообще? Ладно, бывает. Бляха-муха, зажал случайно. Хотим все, а где этот? А, вон он. Ой, как это я очень мешкаюсь. Так, ну бас. Ну ладно. Бывает, что я могу еще сказать. Как всегда, бывает. Кстати, нам совершенно в другую сторону, друзья мои. Нам... Блин, нам опять какую-то жопу непонятную. Как в тот раз. Будем сейчас полчаса бегать, блин, искать. Самое интересное, что у них ничего это не сгорает. А, ну вот, сюда все правильно. Вот так мы здесь были. Так, а что это они все? Вроде их осматривал. Ну ладно. Блин. О, хрена. Ну ладно, сейчас... Происходит бред, значит, мы идем в правильном направлении. Тортик захавали. Или что-то там было, я не знаю. Нашла деньги. Хоп! Моя дорогая, наконец-то.